Первые на танцполе взрослым. Преподаватели и родители учащихся студии «Ласточка» показывают мастер-класс. Немного путаются в движениях, но драйв получают невероятный. И мы подготовили танец, который очень долго учили. Я надеюсь, он очень понравится. Им не только нравится, они втягиваются в эту атмосферу праздника и не замечают, как проходят наши волшебные минутки. Следующий выход уже за детьми. Вот трехлетние певцы. Дальше по сценарию под современные ритмы зажигает банда лягушат. Движения почти доведены до автоматизма, вкладывают в выступление всю душу. У ребят постарше и движение четче, и танец сложнее. На концерте представили номера в разных направлениях. Это классика, модерн и хип-хоп. Эмоции зрителей лучше тысячи слов говорят о море позитива, который они получают от праздника. Довольны и организаторы. Мы очень сильно старались, подготовили очень много хореографических номеров, вокальных номеров. А самое главное, конечно, это праздничный фейерверк и, конечно же, шарики и много-много подарков. Кроме выступлений, рютовчанам в День семьи предложили поучаствовать в творческих мастер-классах. Рисовали и конструировали весь день, а потом довольные и счастливые забирали свои работы, чтобы дома еще раз окунуться в атмосферу праздника. Ксения Казакова, Сергей Сомов, телеканал Реутов.